Планета органика. Молочко для тела, увлажнение и сияние. Из серии Skin Superfood. Средство имеет сертификат веган и на упаковке изображен значок кролика. Предположу, что имелось в виду отсутствие тестов на животных. Продукт объемом 250 мл, пластиковая бутылочка с помповым дозатором. Должен интенсивно увлажнять, мягчать и питать кожу. Не содержит силикона, в составе 99% натуральных компонентов, включая молочко мадагаскарской ванили, органические масла золотой макадамии, бразильского ореха и облепихи, глицерин, натуральную парфюмерную композицию и иные ингредиенты. Средство молочно-белого оттенка, белосленно-густое, у него чудесный аромат ванили с мягкими ореховыми нотами. Сочный при нанесении, через несколько минут аромат становился менее выражен. За счет густоты и быстрого впитывания продукт распределялся чуть медленнее, и лосьона уходило довольно много, но он не оставлял жирности и липкости. Кожа становилась гладкой и нежной, без эффекта пленки или ощущения самого средства. А эффект увлажненной и напитанной кожи сохранялся надолго.